Здравствуйте! В эфире ветеринарные вести республики. Мы в курортной зоне около концертного зала, курзала. Вот это променад по парку идет к источнику минеральной воды. Вот сейчас, ну, день, нет так много отдыхающих, которые они обычно воду попьют, идут назад к санаториям. И вот здесь находится восхитительное здание, вот которому хотелось сегодня сказать. Вот, внимание уделить, да? Уделить его советской постройке здания. Это туалет. Восхитительное старое здание, которое уже не работает уже очень много лет. Вот недавно тазик был у нашего царя и делал доклад, там куча бумаг, папки, миллиарды будут инвестированы ради туристов, мы все готовы сделать. Походу после этого при Эльбрусе вообще, наверное, вырубят и очень сильно замусорят, да. И вот это все вот он говорит на голубом глазу, прям уверенно, что это все делается. А я вот хотел сказать, вот как ветеринар, да, а вот оболочка вот ваших всех слов, да, настоящая. Вот курортная зона, все попили водички, идут. Эффект у воды на неподготовленного человека, который приехал с России, ну, неизвестный. Может наоборот закрепить, а может в самый нужный момент расслабить. Мы местные знаем, куда пробежать здесь, вот парковая зона, знаем, где пойти и расслабиться, а они-то не знают. И вот они вот мечатся, все хорошо, если добегут до санатория, а если нет, давайте посмотрим. Как вот кажется вам, они увидят это? Наш царь увидит вот это? Царь точно не увидит. Не увидит, да? Вот посмотрите, вот он выглядит внешне восхитительно. Вот как вся наша республика, она красивая внешне, а внутри вот очень много гнилых мест. Вот много. Вот вроде все красиво, фасад, стекла, это еще все советское. Вот этот фундамент, его вот, наверное, как бомбоубежище можно использовать. Вот здесь тоже закрыто, да? Ни карточкой не оплатить нельзя, ни наличными, ничего нельзя. А давно он закрыт? Это очень давно не работает, но в последнее время вокруг него стало очень грязно стало, потому что они чувствуют, туристы, что это место для идут, а потом уже куда деваться. Вот мы идем сзади. А деваться некуда, за угол. Вот заходят, и вот прям вот, вот здесь вот они прям вот раз и вот раз они и раз, раз и упали. Здесь и видно, сели. Здесь видно были эти хозяйственные помещения. Вот это вот для инвентаря все. Ну, у нас, наш народ все это использует, да? Вряд ли это туристы сделали. Туристы, они, ну, не туда даже сюда, заходить не будем, запах. А я вот хочу зайти и сказать, здесь страшно. Здесь страшно. Здесь рукомойник был, все. Здесь вот, вот, ну, от жены спрятаться, вот, отдохнуть вообще без вас. Ремонт сделать можно, да? И ночью переночевать, отдохнуть. Душ поставить, но это было помещение для кто вот следил за его состоянием. А сейчас его сделали в этот замок, дверь вот советская, все вот. Вот посмотрите, как в советское время строят. У нас любят грязью поливать, то время говорят, вот нас притесняли, оскорбляли. А зачем тогда было строить такие солидные здания? И это здание было здание туалета, не какого-то министерства или там, это вот, ну, туалет. Поэтому вообще не надеюсь, что его сделают. Но когда мои дети через много лет посмотрят и вот окажутся здесь, я скажу, а вот я говорил, что он не работает. Моя совесть чиста. Ну, просто когда так говорят, столько миллиардов мы будем вкладывать, это все ложь. Не верьте. Это все просто отчеты красивые. Они эти деньги просто украдут. Если бы было не так, они бы его запустили бы. Вот если запустят, значит, я не прав. Все? Все, извините. Пожалуйста, в следующий раз ходите вот туда куда-нибудь подальше. Не надо это здание портить, ту историю портить.